Выполним петли для пуговиц. Бросовой нитью провяжите 10 петель. Вытащите вниз и протяните бросовую нить. Провяжите следующие 10 петель. Для следующей петли опустите бросовую нить вниз. Нам остается выполнить петли под пуговицы и пришить сами пуговицы. Сейчас я вам покажу один из своих любимых способов выполнения петель. Планку поворачиваем к себе изнаночной стороны. Рабочая нить за работой. Входим в первую петлю. Посмотрите, вот изнаночная петля и вот здесь изнаночная петля. Мы входим перед. Извлекаем петлю и входим в следующую. Провязываем. Переходим на следующую. Убедитесь при этом, что вы ничего не затянули. В следующую петлю. В следующую. И снова в следующую. Так мы проходим по этим петлям. Так мы только что провязали первую открытую петлю. А вот теперь входим в следующую, которая закрыта. Для того, чтобы выполнить разворот. И далее опускаемся вниз. И теперь движемся уже по следующим петлям. Таким образом, по лицевой стороне работы петля будет выглядеть как петлёванная. Вот столбик лицевых петель, откуда мы начинали. Входим в него же, только петлей ниже. И теперь шагаем в самое начало. Нить обрезаем. Вытаскиваем бросовую. Итак, здесь изнаночная сторона петли и... Посмотрите, какая красивая здесь лицевая. Остается заправить кончики нити. Можно заправить, можно подклеить к текстильным клеем и обрезать. Это уже на ваше усмотрение. Но у кого нет текстильного клея, то можно заправить по вот так. Тем самым еще более укрепив петлю.